Всем привет! Перед нами газокотел на Вентрилюкса Комфорт. У этого котла снаружи много всяких деталей, которые помогают котлу правильно и стабильно работать. Это диэлектрическая вставка, реле напряжения, магистральный фильтр, шланг сброса аварийной отопительной воды через предохранительный клапан, затем стабилизатор, пульт. И под котлом у меня расположена система промывки. Эта система промывки промывает котел горячим раствором лимонной кислоты. Или кто как желает. Я лично буду горячим раствором лимонной кислоты. До конца месяца, августа, нам надо снять 3 видео. Первое видео будет — это установка новой детали под котлом. Второе видео будет — это годовое ТО расширенное. И третье видео — это будет промывка самого котла вот этой системой промывки. Но чтобы это все увидеть до конца августа, нам обязательно надо сделать поддержку канала. Все, всем удачи!